Буэнос диас, мис керидос амигос, я зернерас и назред ваши экраны, это значит, что сегодня у нас... Вы бы только подумали. Симулятор кошака. Признаться честно, игра хайпанула не кисло, ну, блять, разве я останусь в стороне после такого прикола? Вон она, смотрите, морда, морда. О, ябало. Ладно, хорош смотреть на кошачье ябало. А мы безотлагательно начинаем начинать. Как видишь, я еще абсолютно ничего здесь не делал. Будем клепать стандартно минуток по 20, по возможности. Ну, естественно, кат-сцену посмотрим полностью. Надеюсь, нас яйца чесать не заставят. О, мохнатые. Сколько ж вас тут ебаный насрал. О, это, видимо, моя зверюга. Управление я не перенастраивал, поэтому садимся за руль как есть. Так. Камера не масштабируется, но... можно прицеливаться. Так, Q. Сука. А тебе что, травка яйца не щекочет? Я не могу понять, у меня кот или кошка? Сюда иди. Я думал, он прям тут натянет. Сука, как перестать орать, а? Скажите мне, как перестать орать? Так. Так, что мне, собственно, дальше-то делать? А, ну, перенюхал, перетрахал и все, что пробовалось. Ладно, укладываемся на картонке. Че, и все? Я, типа, я учился взаимодействовать с котами? Бля, да вы стебетесь. Я давно не понял, это кот или все-таки кошка? Наверное, кот. Так, дождина ебаная кончилась. Ёпс. Крося, Ева, нахуй. Ой, лобну схотел, не вышло. Надеюсь, коты рыгать не умеют. Блямс. Епс. Епс. Ну, сажайте меня уже за руль, заебали. Ну что, хлопцы, поехали. А, нажмите левый альт, чтобы мяукнуть.
Запрыгивать на препятствие, пробел, так. С понял, оп. Мяу. Так, а там какого хуя забыл? Опа, Ван Дорн. А, точно. Так, что там такое? Так, хлебаем из лужи. Куда попиздили? У меня пит-стоп, нахуй. Я и пац не хотел, а? А, тут типа как на питлейн, да? Питлиметр. Пучие коты. Да пиздуй уже, блин. Забору. Так, интересно. Так, ага, мне тут надо серию джампов. Ну, ёб твою мать. Ебачу можу. Так. Вы чё там мне сигналите? Это чё, блин, кот-рейсинг какой-то? Я вроде не за Red Bull гоняю. Фу, блядь, водичка. Так, ага. Так, смотреть траекторию. Можем, по идее, туда залезть. Что-то здесь не то. А, катсцена. Сейчас труба наебнется, скриньте. Йоу. Уи! Я, конечно, понимаю, что кошка всегда приземляется на лапы, но, блядь. Да помогите вы, ёб вашу... Машус. Это типа гейм-овер или просто катсцена? О, бедный котейка. Ага, значит придется к корешам выбираться самостоятельно. Так, мы в какой-то каналье. Ну хотя бы живы и относительно целы. Не, нихуя не целы. Падение нам даром не прошло. Епс. Так, а это что за... Радио. Крысы какие-то ебаные. Fucking deep. Да, вот этих вот тагдычных и кошачьих шуточек у нас будет дохуя. Да хорош, блядь. Так, бегать я не могу. Пока что. Сосите вы очко. О, не, все-таки могу. Епать мой хуй. Это киберпанк или Ghost Runner? Робокрысы ебаные. Куда побежал? Говно.
Oh shit, I'm sorry. Oh shit, I'm sorry. Так, значит, надо по переулкам короткими перебежками, как я понял, потому что меня палят камеры, и это большая проблема, я так подозреваю. Тыц, тыц, тыц. Да, рыц. Тыц. Тыц. Так, а дальше-то куда, ёбано, насрал? Так, где-то по мне работает камера, вот сука. Так, горшок въебали. Сука. Follow me. Ну, допустим, мяу. Ну и хули ты на меня палишь, говно? Так, в окно. Ага, автосейв, значит, вроде все делаю правильно. Блять. Так, вентилятор мне не очень нравится. Так, а можно я здесь что-нибудь обоссать или как? Как по мне, надо чем-то вентилятор заклинить, я думаю. Вот только чем. Так. Так, или как туда заплыть? Как опять же. Туда я бы не рискнул сейчас скатываться. Это типа, Саныч, давай думай. Вот же мастурбинью, блядь. Так. Улыбнулся, хотел, не вышло. Так, оттуда мы пришли, по идее. Оп. Так, стой, стой. Там, кажется, было это взаимодействие. Так, стопы, дружище. Ага. И типа с ведром в зубах я должен эту хуйню бросить туда. Только не падай, только не падай. О, ебать, сработало. Сука, я знал, что я догадаюсь. Блять, как мне это нравится. На нахуй. А, я теперь понял, почему коты это делают, чисто по рафлу. Оп. Как дети маленькие, посмотрите, а что будет, если я так сделаю? Follow me. Так, запрыгиваем на кондишн. На второй кондишн. Только тут шипы ебаные, оп. Ну, ебаш. На нахуй. Сука. Блять, почему мне так смешно? Лапы в краске, но я что-то в рот это все ебал. О, смотри. Так, вторая... Нет, третья уже кошачья активность. Мы дерем ковер ко всем хуям.
Интересно, удастся ли мне его и задрать в хламину? И это тоже надо исхуячить. Ой, блядь, моя бедная мышь. Сука, почему меня так выносит? Так. Куда ты там маячил? Оп. Бля, почему диван драть нельзя? Я хочу исхуячить кресло в хлам. А, еще нассать на газету. Жалко, здесь нельзя гадить, где попало. Блядь, такой бы эпик был. Клац. Так, а здесь что? О, жрака. Не, водичка. Так, ну из хую же холодильник у меня не вышло. Так, так, так. Какой-то непонятный язык, не то корейский, не то еще какой-то. Да ну нахуй, в ведре можно покататься? Я сначала вот так сделаю. Мяу. Мяу. Oh shit, I'm sorry. Так, ёбана в рот, робокрысы. Я надеюсь, я правильно иду? Опять эти робокрысы ебучие. Может, ты хотел нассать на твои останки или помочь? А ты так взял и скопытился. Вот сволочь. Очко лысое. Бля, зря я к Фину нахерачился перед записью. Ну, блядь, как вам сказать? Стрелки вот эти вот, конечно, заставляют идти туда, куда тебя просит игра. В принципе, как за ручку. Опа, катсцена. Блядь. Я не знаю, почему эта игра так затягивает. Вот. Жалко, у меня нет кота. Я бы на эту хуйню с удовольствием. Чё? Чё это за жуки ебаные? Так, нахуй батл. Уии. Так, теперь. Сука, крысы ебаные. А-а-а, сука, ебаный гриб! Фу! У тебя ноги в коровьем говне! Так. Блять, это уже реально какой-то Red Bull Racing. Блять, эти сучки меня поели. Так ты нахуй. Так съебали в ужасе. Сука. Пошли вы. Пошел ты нахер, козел. Ёбаный нагодел, надо уходить. О, кажется, съебался. Ух! Вот это, товарищи, был забег. Как говорится, пристегнитесь, мать вашу, за ногу, еще та будет поезд. Он туда, что ли? С вещами на выход. Надеюсь, второй такой забег мне не придется устраивать, Ты, механический. Оп. Прыгай, ёпт.
Так. Куда дальше-то? Так, вроде бы куда-то туда надо заползти. Так, ну здесь я могу прыгнуть только вниз. Ага, значит, надо как-то вот здесь. Так, вернулись туда, откуда начали. Херово дело. Так, давайте думать еще раз. Окоп. Так, здесь только вниз. Ага. Кажется, какую-то дыру я все-таки нашел. По трубе. Так, стрелка ведет нас в ту сторону. Ага, значит, где-то здесь выход с этой локи. По идее. Так, если сейф сработал, аппетит. Крысы ёбаные. Так. А что дальше-то? Ух, или мне все-таки туды? Ай, красота какая. Мостик навел мохнатый. Тык-т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 ык. Так, влез в дом. Так, сейф. Значит, оно. Тык-т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 ык. Так, а дальше-то что? Бочка мне это не нравится. Вот, наверное, пиздец, как будто она должна быть задействована каким-то. Ага. А, я вкурил. Вот теперь вкурил. Вот же злоебучая сесть. А, это скрип этой самой, я думал, пиздец мне. Хорошо живет на свете boy next door. Оттого поет Тонетти Гатчи вслух. Fucking slaves. Оба. Ах ты ж ёб... Усюка. Так, кошатинка навернулась. Ну, ойц. Так, надо залезть вон тунды. Вот эта доска. И раз. Так, значит, туда. Так, ага, вон на ту крышу. Через кондиционер. Оп. Оп. Так, автосейф. Ща, ребятки. Да, давайте-ка, наверное, прервемся. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, Пиписька. И до свидания. Адьос, братва. Увидимся в следующей серии.